Каковы итоги обучения основам религиозных культур и светской этики? Об этом говорили сегодня в Екатеринбурге. Напомню, этот курс в школах вели экспериментально. О том, чему за год научили школьников, Евгения Рянцева. Вот это старинные костюмы, им около 100 лет. Вот эти. Как они сохранились до сих пор? Кафтан поверх платья, на голове шимакш. Такой головной убор носили замужние марийские женщины. Раритетные наряды школьникам показывают жительницы марийского села Курги. Кажется, эти женщины прибыли из прошлого. Плохо говорят по-русски, а поют только по-марийски. Они помнят древние обычаи, рассказывают о них ученикам. Вяжут и придут на глазах у детей. Приспособление рукодельницы видно не моложе хозяек. Для пятиклассников 79-й школы это последний урок курса «Основы мировых религий». Получился наглядным и практическим. К носительницам истории можно не только прикоснуться, а вместе с ними станцевать. Курс «Основы мировых религий» – один из шести в программе «Основы религиозной культуры и светской этики». Эксперимент начался в школах в прошлом году. Четырехклассники могли выбрать один из модулей. Основы православия в этой школе не выбрал никто. Основы ислама – только один школьник. Большинство, 15 человек, изучали светскую этику. Пятеро – основы мировых религий. Среди них Илья Цыбусов. Я подумал, что мировые религии узнают все о остальных религиях, а не только о православии и всем таком. Преподаватель Наталья Ершова признается, вести этот курс оказалось непросто. Я человек, выросший в атеистической, пионерской, комсомольской среде. И для меня просто этих знаний не хватало. И мне приходилось к этим маленьким урокам на 5 детей очень-очень много готовиться. Эта дисциплина предполагает изучение 5 религий. Преподаватель решила не ограничиваться только учебником, а пригласить представителей каждой прямо в школу. Вот татары-мусульмане, вот православные русские. Язычница марийка Зоя Еметова считает, все культуры хороши и достойны изучения, а все религии имеют нечто общее. В Коране у вас, что у нас в заветах одно и то же. Вот послушайте, не убей, не укради. Евгения Рянцева, Николай Малышев, новости 4 канала.